Недавно я выбрасывал пост о Time Farm Airdrop. Вот, на данный момент мы можем здесь прочитать, что новое приложение с форматом токена за игрой стоит Chroma Touch. И вот тот самый Chroma Touch, который существует уже на данный момент 7 лет. Вот мы переходим на ссылочку. И давайте переведем на русский, как обычно. Переводим на русский. И здесь мы можем программное решение, блокчейн, HR. Вот здесь также указано время, это название актива, и на указанной бирже, на которых он присутствует на данный момент. То есть он присутствует на Bybit, на Bitget, на PancakeSwap. И самая первая биржа, самая с крестиком черным, это и есть биржа TimeX. Chromatech. Итак, давайте посмотрим, что это из себя представляет. Если мы перейдем сюда, в медиа, история компании Chromatech, как вы все начиналось, то здесь мы можем, что эта компания, основанная на блокчейне, которая предлагает ряд инноваций, продуктов и услуг. Это Сергей Сергиенко, который основал компанию в 2016 году. Он занимался IT-консультациями. Также здесь есть информация о том, что вот TimeX в последующие годы Chromatech продолжала расширять свой портфель продуктов, предоставление нескольких новых продуктов. Словоблудие получилось. В 2017 году компания запустила TimeX криптовалютную биржу. Криптовалютная биржа. И вот, я нашел, да, ее можно скачать в Play Market. Вы заходите, вот так она будет выглядеть, если вы ее скачаете. Я ее скачал, думал, можно войти сразу, но там нужна регистрация. TimeX я биржей не пользовался, я не знаю, что это такое. Но она из себя представляет не DEX, там централизованная биржа, там двойная аутентификация, все как положено. То есть компания с виду и тот же самый Сергей Сергиенко, который на данный момент нам все это дело предоставляет, с виду, да, это нажимаем на Apple Store, и мы попадаем на скачку, да, все правильно. Так вот, Сергей Сергиенко, тот самый Сережа, с виду очень даже впечатляющий и в последующем, внушающий нам недюжие доверие в наши органы, в том числе и в мозговые, о том, что компания хорошая, компания развивается, компания двигается, и мы делаем аирдроп. В 2018 году Chromatech представила еще один продукт под названием Payment X, который был разработан для упрощения процесса оплаты для бизнеса. Также у компании есть свой токен. Если мы зайдем на CoinMarketCap и посмотрим, на каком месте он находится? Он находится на 883 месте, стоит 22 доллара. Ну, то есть он входит в список, мы увидим капитализацию, объем. Но давайте еще зайдем, знаете, куда? Посмотрим, наверное, со стороны CoinMarketCap. Вот, да. Это TimeX, это та самая биржа. Я хотел вам показать, какое место она занимает. Она занимает 159 место. Вот на данный момент. Если мы нажмем, то увидим объемы торгов за 24 часа. Они составляют полмиллиона за 30 дней. Ну, вы видите, они котируются до 2 миллионов на данный момент по статистике. И вот мы видим, что Time, USDT, мы видим, что написано, что Bybit пишет. Обратите внимание, что токен находится, Time размещен на платформе Зона инноваций. Данный токен может быть подвержен повышенной волатильности и инновационным рискам. Инвестиционным рискам. Нажимаем подробнее. Что мы видим? Основная криптовалюта. В общем, ребята, здесь было написано о том, что он может также быть подвержен делистингу. То есть вся вот эта вот информация, которую давал вам выше, это не значит и не говорит о том, что это суперкомпания, это супер аирдроп, у вас все получится. Этот Сергеев Сергеев, это не 100%. Это Сергей Сергеев и компания, которая существует уже 7 лет, и тот самый аирдроп, который они запустили, это не значит, что все будет у вас шоколадно и хорошо. Это не 100%. Но рассказать об этом я вам могу и рассказываю. Поэтому переходим к аирдропу. Вот эта компания запустила аирдроп. Если мы перейдем снова в Telegram и нажмем сюда, то мы попадаем в приложение. То самое приложение, которое они сейчас запустили. Открываем приложение и смотрим, что нам ребята предоставляют. Ребятам предоставляют аирдроп. Вот что у нас здесь есть. Мы нажимаем старт. Ну и каждые, в моем случае, 5 часов начинается начисляться активы. Также здесь есть сверху, если мы нажмем улучшения, здесь есть улучшения. Вот эти улучшения. Во время майнинга вам на все это дело насыпает, 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 насыпает. И вот вы можете улучшить, да, часовой двигатель. Вот я уже дошел до этого состояния, нажимаю кнопочку «Улучшить». Улучшить 6 миллионов. Поехали.
Ну вот, теперь у меня супертехнологические часы. Что дальше? Задание. Также здесь дается выполнение заданий. При нажатии на кнопочку «Старт» я даже не выполняю их, просто нажимаю «Старт», «Старт», возвращаюсь обратно в меню, жду, пока они прогрузятся, мне насыпят здесь опять-таки типа по 100 тысяч. Друзья. Я пригласил на данный момент друзей, у меня аж 27 штук, за то, что друзья добывает, само собой, за рефералов везде, во всех тапалках, во всех майнерах, везде и повсюду действует реферальная программа. Здесь вы можете сверху прочитать, что заработаете 20% от ваших приглашенных друзей, 10% от их приглашенных друзей, затем 5%, ну и так далее, и так далее, и так далее. Нажимаем кнопочку «Снять», все, обнулились. Ну а если вы думаете, что 27 друзей это много, ребята, вы ошибаетесь. Нажимаем здесь, и мы видим, что на первом месте находится парень, у которого 16,5 тысяч друзей. Если мы опустимся ниже, то мы увидим человека, у которого 199 друзей. То есть, я это всего лишь капля в океане. Портфель, или что это, портфолио, стейкинг. Здесь также можно нажать на стейкинг, вы можете, во, я застейкал 3% на данный момент. И вот я застейкал... Ну да, мне начислились. Мы видим, что количество процентов составило 6838 монет. Нажимаем кнопочку «Снять». И нажимаем снова «Открыть стейкинг». Вот, допустим, я хочу открыть стейкинг. Уже на первый раз было на 3 дня под 3%. Сейчас на 15 дней под 10%. Нажимаем. Нажимаем «Старт». Нажимаем «Максимальное количество». Снова «Далее». Снова «Открыть стейкинг». Все. Стейкинг открыт. Возвращаемся обратно. Угу. Открываем приложение, что-то меня. Что здесь еще из портфолио? Время, оракул времени. Вопрос дня. Когда биткоин был принят в качестве законного платежного средства в Сальвадоре? И здесь указывается календарик. Если вы укажете дату, здесь очень просто. Вы заходите в Google, гуглите, узнаете точную дату, вводите сюда, и вам начисляют вот этих 100 тысяч секондов. Вот и все. Потом. Кошелек. Сюда также привязывается ваш кошелек. Привязали кошелек. И после окончания майнинга, я так понимаю, будут зачисляться вам денежные средства сюда, наверное. А может быть, как обычно, пройдет листинг на бирже. Может быть, таким путем, с помощью этого аирдропа, они пытаются набить себе клиентскую базу и вообще людей, которые бы заходили на биржу TimeX. То есть я там не зарегистрирован, я туда не заходил, но если вдруг мы захотим получить денежные средства с этого дропа, то нам придется регистрироваться и заходить там. Таким образом, они увеличат количество пользователей. Ну, или они попытаются это сделать. Ну, что еще здесь особенного? Задания. Возвращаемся к заданиям. Они еще крутятся. Завершенные задания. Здесь уже бог знает сколько заданий. Уже за все задания пройденные видите, что начисляются средства. Дроп запустился относительно недавно. И как всегда, я... участвую в нем, то есть я вижу, что компания хорошо себя проявила, они торгуют своим активом на различных биржах, в том числе на Bybit. Но то, что все будет хорошо, это не 100%. Но это уже высокий показатель того, что неплохой аирдроп, к нему можно присмотреться, в нем можно будет поучаствовать. Не обязательно переходить по моим реферальным ссылкам, вы можете выбрать любого другого, кого захотите, но понажимать один раз в день, и еще раз говорю, я сильно не заморачиваюсь, я нажимаю его на один раз в день, не больше. Мне этого достаточно. Захожу, нажал и вышел. Вот в таком простом аирдропе поучаствовать можно. Выбор за тобой. Решение принимай сам.